Чушек дебиль. Он у нас без мозгов. Чушек, чушек, ты могуч, ты гоняй стаи туч, в игол метишь, как козлина. И что-то там трам-там. Короче, не знаю я, что еще можно сказать. Да, рос лох. Видите освещение какое обалденное? В принципе, по-моему, достаточно ярко. Но, я собирался купить белый свет, чтобы было нормально видно. Но купил лампочки желтые. В общем, не было нормальных лампочек. Да, зато тюсик есть такой нормальный. Да, лапка у нас совсем зажила. И походу, кстати... Помните, да, у него что лапа была? Походу, это был все-таки перелом. Мальва посмотрела, в общем, как он спускается, ну, с полки на полку. Он просто делает так. Ну, даже нет, сейчас, секунду, сейчас покажу, как он это делает. Вот, представьте, чушек, да, вот здесь вот низ клетки. Он делает так. Просто и упали. То есть он не спрыгивает как бы на лапки, как все нормальные крысы, он просто падает. Чушек дебиль. Он у нас без мозгов. Вот у него вот вся проплешина его. Рексик ты наш. Да, кстати, он не дабл Рекс, я же ничего-то говорил, что он дабл. Он не дабл. Он Рекс просто плешивый. То есть он оплешивил у нас совсем сильно. Да, но, собственно, чувствует себя чушечка хорошо. Девчоночки его, Зита и Гита, тоже прекрасно себя чувствуют. Да, наши худенькие, наши красивые, сладкие девочки, да. Да, все у нас прекрасно, мы хорёсые. Кто у меня хорёсый? Ну, мы, правда, такие ныкательные девочки. Что тебе надо? Нос. У него пятак такой, как у свиньи. Ну, в смысле, как у поросенка. Покажи мне лапку. Стой, подожди, лапку покажи. Ну, дай покажи лапу мне свою. Куда ты поехал? Вынь пятак свой черный. Слышь, уха. Что? Ну, красивый. Я не знаю почему, но мне дико нравится чушек. Я имею в виду именно вот потому, что он такой вот, как этот... Плешивый помойный крысак. Видите, как это поеденный, молью побитый, жизнью замученный. Да, где ты там? Бабы плеш проели. Затоптали, вытоптали. Ну, я тебя вообще показываю. Девчонок ты фиг покажешь, они вообще не выходят. Они ныкаются по трубам и все. А ты вон там что-то нюхаешь. Да, такой интересный. Утекаю, крыса. А туда зайти не можешь, потому что там вот. Ты кто? Зита или Гита? Покажи лапку. Кто? Лапку покажи мне. Не покажешь? Не покажешь? Не хочешь? Кто там? Кто это? Криса красивый. Нос красивый колес. Ну, чуша. О, говнюк. Взял, нассал мне на пальцы. Ну, это вообще как, нормально? Ты считаешь, это нормально? А ты что там копаешь? Что ты там копаешь? Гита? Или Зита? Кто ты вообще, блин? Что ты? Эй, лизунчик? Пузика. Пузика потрогали. Пузика потрогал, папа пузика трогал. Ой, пузика папа трогал, выкусывать папу сразу надо. Чушь, ну вот ты везде просто, ты везде сущ. Везде сруч. Тю. Отметим. Мы... Ого. Мы альфа-доминантка. Ты серьезно? Ты серьезно? Нет, что, правда, что ли? Ты у нас доминантная. Так вот, кто у нас в стае главный-то? Я-то думал, чушек у нас главный. А у нас главный кто? Гита. Так, есть палец? Покажи палец. Палец покажи. Не сын. Эй, ты думаешь, я не знаю, где ты? Ой. Пальчик я. А, ну да, вот это она. И я даже знаю, почему у нее отсутствует палец. Она же к нам тоже попала, у нас тоже спасенка. Не помню, откуда ее потащили. А, в смысле, никак не знаю, откуда. А, знаю, это девочка из Питера, да. Явно там была у нее жизнь не сахарная. И вот пальчика у нее нет. Вы хотели знать, кто у нас альфа-доминант в этой стае? Эй. Вот он, как оказалось, вот он. Вот он, доминантная девка.